сколько пройдет лет, но ты будешь уже большая осоль. Однажды утром ты увидишь в морской дали, под солнцем сверкнет алый парус. Тихо будет плыть чудесный белый корабль под алыми парусами. А когда он приблизится, под звуки прекрасной музыки, весь в цветах, ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. Здравствуй, осоль, скажет принц. Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя с собой навсегда. У тебя будет все, что только ты пожелаешь. Жить мы с тобой станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает ни слез, ни печали. И ты уедешь с ним навсегда в блистательную страну, где восходит солнце, и даже звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом. Такие вещи без тяги карнавал. Тихо, мне очень жаль вас. Вы присматривайте за своей душечкой. Подумать только. Какие деньги брошены на пустяки, а? Это тебе не пустяки, Туманам. Это праздник. Людям нужен праздник, Кутюзрис. Это ведь хорошо праздник. Ну так или иначе. Что такое? Так или иначе, я думаю, что если бы не одну тысячную часть этих денег, я бы построил себе дом и основал бы неплохое хозяйство. Может быть, я не буду спорить. Хочу бы тогда после 26 дней пустынного океана не увидели бы все этой красоты. Ha 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 ha!
отныне и во веки веков. Аминь. Жил я, братцы, плохо, и страшно подумать был настоящим язычником. Поколачивал я некоторых из вас, хотя до сих пор не знаю, кто из вас тащил новый брезент. Ну, это... Ой. Сам же, предаваясь ужасающему развратному поведению, дошел до полного помрачения совести. Посему удаляюсь от мира соблазнов в тихий уголок брата Варнавы для очищения духа. Прощайте, сидите на Марианне и не смейте брать фрахтов, пока я не сообщу, что делать вам дальше. Капитан Дюк. Дюк. Капитан Дюк. Хороший был капитан. Да, все. Ну, право, капиташа был как в полной ты... форме. Да но... ладно. Нет, ну тяжеловат на руку, ты насчет словесности не очень стеснялся. Однако лишнего ничего делать не заставлял. Так не то, что на Сатурне или Клавдии. Там хоть работы нет, так все равно ковырять что-нибудь. Да, пеньку хоть трепать. Свыклись мы с ней. Да, мясо да. Свежее, сухари свежие. Больного не рассчитаем. Помянем капитана. Помянем капитана. Да. А Эль ходил без ножа, это ясно. Иначе мог бы он ударить Каина головой в живот, шибить его и всадить ему нож в бок. Странно даже, чего это Каина не повесили. Да, в общем, неприятная история. Так-так, Дюк. Далеко тебе еще до просветления. Если не успев хорошенько продрать глаза, тянешься к дьявольскому растению. Нет. Изнуряйся, смирись. И не смей тебе думать, например, даже о мясе. Страшно хочется есть. Кох хорошо делал соус в котле. Нет, животная пища греховна. И я чувствую себя гораздо лучше, питаясь вегетарианской кухней. Ох, старший брат Варнава. Радуюсь и торжествую. Свято утро приветствует тебя, дорогой брат, за угодным Богу трудом. Ибо сказано, в поте лица своего будешь есть хлеб твой. Тут камней много. Я тут немножко трудился, как вы мне советовали делать каждое утро для очищения помысла. И для укрепления духа. И для укрепления духа. Хвалю тебя, дорогой брат. Ростки Божьей благодати, несомненно, вытеснят постепенно в тебе адову пену и греховно-земных желаний. Как ты провел ночь? Смущался твой дух. Садись и поговорим, брат Дюк. Брат Варнава, я, очевидно, отчаянный грешник. С вечера, как легли спать, долго не мог уснуть. Все, вертелся на кровати. Чертовски хотел скурить. А знаете, когда табаку нет? Столько слюни во рту, что не наплюешься. Вот и плевался. Потом уснул. И снится мне, что Куркуль уснул на вахте. Да где? В проливе Кассет. Там, если знаете, такие рифы,
что бездельника мало повесит. Но я только треснул его леньком по башке. Так это... Братюк, братюк! Ох! Чем Мариан вспомнил утром? Мысленно перецеловал ее всю. От рымов до хлотиков. Прощай, Мариан. Я любил тебя. Если не успел сменить кливер, ну, загулял с маклером, прости. И не смей, Мариан, раздражать меня воспоминаниями. Не смей тебе даже сниться мне. Потому что, брат Варнава, я понял, что спасение души более важное дело, чем торговля рыбой и яблоком. Вы уж извините, брат Варнава. Брат мой, отрешись от бесполезных и вредных мечтаний. Оглянись вокруг себя. Где мир и покой? Здесь. Здесь. Измученная душа видит вот этих нежных птичек, славящих Бога. Бабочек, служащих проявлением истинной мудрости высокого творчества. Земные плоды, орошенные потом благочестивых. Над головой твоей ясное небо, где проплывают небесные корабли облака. Облака! И легкий ветерок обвивает твое расстроенное лицо. Сон, молитва, покой, труд. Мариана же твоя, символ корысти, зависти, бурь, опьянение и курение, разврата и сквернословия. Не лучше ли, о, брат мой, продать этот насыщенный человеческой гордостью корабль, чего? Чтобы он не смущал твою близкую к спасению душу? А деньги, деньги... А деньги положить на текущий счет нашей общины, где разумное употребление их принесет тебе вещественную и духовную пользу. Хорошо. Че, пропадай все. Че, пропадать так пропадать. Здесь делается все по доброму желанию братьев. Оставляю тебя, дорогой брат. Другие ждут моего внимания. Это что такое? Это откуда вы? А ну чего расселись? Стоять! Чекли! Я сказал, чтобы меня не беспокоили. Да. Я оставил вам письмо, вы читали его? Читали, капитан. Все читали? Все, капитан. Сколько раз прочли? 22 раза, капитан, и 23 для экипажа морского змея. Они в гости приходили, да, послушать. Ага, ну поняли вы это письмо? Нет, капитан. Вы гнилые болваны. Неприходимые дураки, а? Но сказано там, что я желаю спасти. Сказано, капитан. Но... Вот, возлюбленные братья мои. Я встретил достойного человека, который показал мне, как опасно попасть в лапы к дьяволу. Вот чего это у тебя там бренчит в узелке? Да это грок, капитан, для вас, значит, и кружечки. Грок. А что же это? Значит, вы желаете моей погибели? Да скорее я вопью вам этот грок в глотку, чем выпью. Так вот. Вышел я из трактира и сел на тумбочку и заплакал. Одержал в руках, не помню сколько, золота и просыпал. И вот подходит ко мне святой человек и стал много говорить. Мое
сердце растаяло, решил раскаяться и поехать сюда. А чего это ты все оглядываешься? Прячут вас, капитан. О. Все говорят, что такого нет. Еще попался нам этот длинный в черном. Он прогнал нас. Но безутешно мы колесили вокруг деревни, а Сигби вас заметил. Нет. Все кончено. Я не ваш, вы не мои. Ну что на Мариане? Перелись с горя. Третий день пьют, все сундуки пропили. Да. Маклер был. Но. Выгодный фракт у него для вас, скоропортящиеся фрукты. Ругается, на чем свет стоит. Куркуль удрал совсем. А Бен спит на вашей койке, в вашей каюте, говорит, что вы не капитан, а собака. Как собака? Собака. Как собака? Если я собака, то кто же Бенц, а? Кто, спрашиваю я вас? Швабра он. Последняя швабра. Стоило мне уйти, как у вас чешутся обо мне языки. Может, не только языки, а и руки. Ты возьми свой дьявольский узелок и не искушайте меня. Все, проваливайте. Марианна будет мной продана, а вы плавайте на каком хотите корыте. Обязательно почистить и проветрить трюмы, покрасить хлюзы и камбуз, и хорошенько прибрать под шкиперской. Потом там такой порядок, что днем фонаря не сыщешь. Марианну отправить в док и осмотреть. А если надо, подконопатить палубу. А Бенцу скажите, что я смиренный брат Дюк, прощаю его. И помните, возлюбленные братья мои, что вино — гибель. Остерегайтесь его. Прощайте. Так. Значит, вы, капитан, переходите, так сказать, в другое ведомство? Угу. Ладно. Пропадай все. Идем, Фук. Скажи спасибо этому капитану. За что? За то, что бросили нас. За то, что я 5 лет у вас работал, а другие больше. Ладно, ничего. Спасибо. Идем, Фук. Вы проваливайте. Проваливайте. Я слышал все, брат мой, и радуюсь одержанной вами над собою победе. Ну, я продам Марианну. Она мешает мне, парни ходят с жалобами. Укрепись и дерзай. 20 узлов при полном ветре. Что вы сказали? Я говорю, бойкая она была, Марианна, и руля слушалась хорошо. 400 тонн. Брат мой! А ты реши, что связывало от тебя с морем. Ну что такое в сущности море? Море. Это же вода без берегов. Кто сказал, что море без берегов – скучное, однообразное зрелище? Это сказал многие, лишенный имени. Нет берегов, правда. Но такая правда прекрасна. Огромной мерой отпущены пространства,
и глубина, которую постепенно начав чувствовать, видишь под собой без помощи глаз. В этой безответственности морских сил, недоступных ни учету, ни ясному сознанию их действительного могущества, явленного вечной картиной, есть заразительная тревога. Она подобна творческому инстинкту при его пробуждении. Да, вот пирог с ливером. Хороший пирожок, фух. Что за корочка, прямо как позолоченная. А вот окорочок, фух. Раз капитан брезгует нашим угощением, съедим сами. Да, фух. Настали черные дни. Только мне не верится, однако, чтоб такой хороший человек, как наш капитан, изменил своей родине. Свыкся он с морем. Оно кормило его, кормило нас и будет кормить много людей. У капитана ум за разум зашел. А мы выбьем его от голубых братьев. А чего из них вышибать, когда разума нет? А не разума, а капитана. Трудновато, дорогой Кок, думаю я. Да. И сам я действительно не знаю, что делать. Не решился бы никому ничего советовать. Но знаешь что? Спросим старого Бильдера. Вот тебе на. А чем здесь поможет Бильдер? Да вот. Он же в этих делах собаку съел. Попутаясь к моей милой 70 лет по морям, так будешь знать все. Он, этот Бильдер, в молодости был пиратом. Грешил и тоже плавал на голландской летучке. Врешь! Да вот, чтобы мне эта сосна на голову упала, если я вру. Я сам видел у него на плече клеймо, которое ставят духи летучего голландца. А духи эти без головы, а значит без глаз. И всегда им нужен кто-нибудь из нашего брата у руля стоять. А? А? Постой. Бильдер это у кладбища корабля. Да вот, сейчас, задохами сразу. И то верно. Может быть, он поможет уговорить капитана не продавать Марианну. Да. Жаль, суденышка-то очень замечательная. Да ведь жаль товарища, свой ведь бестия морская. Ну что мы без него будем делать? Куда пойдем? На баржу, что ли? На всех судах теперь комплекты полны. Или, может быть, ты... Думаешь, Юнга по морям трепаться? Я, Юнга? Ну так чего там? Пойдем сейчас к нему упадем в ноги, заплачем, скажем, помоги, старый разбойник. Ну идем, старик. Идем, старик. Идем. Позвольте вам сказать, позвольте рассказать, как бурю паруса вязать, как паруса вязать. Позвольте вас на сталинг взять, как вас на сталинг взять. И в руки мокрый шкот вам дать, вам шкотик мокрый дать. И в руки мокрый шкот вам дать, вам шкотик мокрый дать. Помоги, все ты знаешь, всюду бывал и везде, как это говорится, собаку съел. Ближе к ветру. Сбежал капитан от нас. А. Ушел к сектантам, к братьям голубым, чтоб они позеленели. Да. Не хочу,
не хочу, говорит, жить с вами, с язычниками. И сам я язычник. Хочу спасаться. Мясо не ест, не пьет и не курит. И судно хочет продать. Да, Марьяну нашу. Ну, посуди, Сарик, ну до чего же это все это обидно нам? Ну, что мы ему сделали? Ну, разве мы виноваты, что только на палубе можем свой кусок хлеба заработать? Ну, хорошо теперь стало, старик. Ну, пошло воровство. Да. Пьянки. Волку не то, что пьют, а умываются ей. Вахту никто не хочет нести ни днем, ни ночью. Ему-то своей души дело много, да даже тьфу. Ну, конечно, поискать такого ведь мастера в нашем деле. Ну, разумеется, кроме тебя обязательно. Потому что... Как зовут? Сигби. Коп Сигби. Не тебя, того дурака. Дюк! Сколько лет? 39. Судно его. Его собственное. Давно. 10 лет. Мой трёх чистит. Как собственную кошку. Скажите ему, что, что я Билдер, которого он знает 25 лет, я утверждаю, что никогда капитан Дюк не осмелится на своей Мариане пройти с полным оружием между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассета. Скажите ему, скажите, ну, проваливайте, Ясно, как пистолет, и его бабушка, что изорвет тебя сердечное письмецо капитан Дюк в мелкие клочки. Но все-таки, Дюк, не забывай, кто ты. Пускай Дюк проглотит пилюлю от Билдера. Обидится? А нам-то что? Сделал? Так терпи. Никогда, Дюк, не осмелится пройти на своей Мариане между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Билдер. Все смеются. Экипаж Марианы. Постой, постой, постой. Стой, не горячись, Дюк. Кассет. На. Сильное косое течение относит прямо на мель. Значит, выход из-под Варда. Затем вдоль рифов на норд-норд-ост. И у выхода на пол кабельтовых к берегу. Чикка готова. На какую мелкую монету разменивают капитана Дюка? Боже, прости Дюка. Что ты думаешь о ветре, Бангкок? Хороший ветер, господин капитан. Дай бог всякого здоровья такому ветру. Зюй до на 2 недели. Бенд! Бенд! Слушай, Бенд, принеси-ка из своей каюты мою белую шапку. Есть, капитан. Вы пьяницы, бездельники, неряхи. Чух, шлюпка спущена. Поднять немедленно. Есть, капитан.
Закрепить ванты! Есть закрепить ванты! Убрать сходни! Есть убрать сходни! Марианна пойдет без груза! Валан! И вернется. Слышите вы, трусы? Полным грузом через кассет. Я вам покажу. Дельдера. По волнам. Вы не слышали о Фрезе Грант? Давайте расскажу. Ну, Валь! Валь, давай! Валь! Адмирал Пос. Среди других пассажиров был на нем генерал Грант. И с ним ехала его дочь. Замечательная красавица, которую звали Фрези. Надо вам сказать, что Фрези была уже обручена с одним молодым джентльменом, который уже года два служил в Индии и занимал высокую должность. Какую должность стоит ли говорить? Если вы скажете «стоит», вы проиграли. Надо вам сказать, что когда я раньше рассказывал эту знаменательную историю, Дэдди всячески старалась узнать, какую должность занимал жених джентльмен. Если она не спрашивает теперь, то... Тебе нет до этого никакого дела. А если забыл, что дальше, спроси меня, я тебе расскажу. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Обращаю ваше внимание, джентльмена, на то, что она сердится. Как бы то ни было, адмирал Фосс был уже в пути полтора месяца, как вдруг на рассвете вахта заметила огромную волну, идущую при спокойном море и умеренном ветре с юго-востока. Ну, конечно, все испугались, и были приняты меры, чтобы потонуть, так сказать, хорошо. Однако ничего не случилось. Корабль пополз вверх. Встал на высоте колокольни святого Петра, и когда опустился, быстрота его хода была 30 миль в час. Волна ушла, и больше другой такой волны не было. Когда солнце стало садиться, все заметили остров, который ни на каких картах не значился. Он был прекрасен, как драгоценная вещь. Если ее положить на синий бархат и смотреть снаружи, через окно, так и хочется взять. Он был из желтых скал и голубых гор. Великолепной красоты. Но подойти к нему не было возможности. Рифы, а по берегу отвес без бухты и отмели. В то время, как на мостике собралась толпа, и толковали о странном явлении, явилась Фрези Грант и стала просить капитана, чтобы он пристал к берегу.
Мисс, сказал капитан, я могу открыть новую Америку и сделать вас королевой. Но подойти к острову нет возможности. Мешают буруны и риф. Ну, Фрэнсис Грант была доброй девушкой. Ну, вот, скажем так, наша Дэзи. Обратите внимание, джентльмен, на ее лицо при этих моих словах. Так я говорю о Фрэзи. Ее все любили на корабле. Хотя в ней сидел женский черт. И если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей. Слушайте, слушайте, сейчас начинается. Вот именно, сейчас начинается. Иначе говоря, Фрэзи Грант стояла, закусив губу. В это время, как на грех, один молодой лейтенант решил сделать ей комплимент. Вы так легки, мисс, сказал он, что могли бы пробежать к острову по воде, не замочив ног. И что же вы думаете? Пусть будет по-вашему, сэр, сказала она. Я уже дала себе слово быть на этом острове. И сдержу его, или умру. И вот прежде чем успели протянуть руки, вскочила она на поручень, побледнела, задумалась, спрыгнула и остановилась на воде, как цветок. Никто, даже ее отец, не могли сказать ни одного слова. Все были так поражены. А Фрэзи, улыбнувшись, сказала, это не так трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня больше никогда не увидит. Прощай и ты, милый мой отец. Прощай, Родина. Пока все это происходило, все стояли как связанные. Потом опустился туман, и когда туман рассеялся, не было видно ни девушки, ни того острова. Дэзи, возьми платок и вытри глаза. Всегда плачу, когда доходит до этого места. Ну вот и вся история. С тех пор пошел слух, что Фрэзи Грант иногда видит то тут, то там, то ночью, то на рассвете. Считают, что она заботится о потерпевших крушении. И говорят, кто ее видел хоть раз, будет помнить о ней всю жизнь. Вы слушали, как кошка-мышь. Вы верите, что есть Фрэзи Грант? А вы? Это мне нравится. Вы верите или нет? Я, безусловно, верю. Я верю в эту историю потому, что после нее хочется сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать, да, человека не понимает. Ну вот, братец шляпа. Вот 10 центов. Спасибо, девочка. Тросточка. Ну, я пошел. Опять в гавань. Опять в гавань. Гавань обещает всегда. Ее мир полон необнаруженного значения, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях между тесно сомкнутыми бортами, молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная, взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб, напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтоб спокойная под кормой вода рванулась бугром. Войдя в порт, различаешь на горизонте за мысом берега стран, куда направлены бушприты кораблей, ждущих своего часа. Гул, крики, песня, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещания. Thank you.
над гаванью, в стране стран, в пустынных лесах сердца, в небесах мысли сверкает несбывшееся. Таинственный чудный олень вечной охоты. Мечтающего о своей милой. Да? Бетси. Бетси. Который там далеко гром и молнии. Да. Ну, надеюсь, рейс идет хорошо. Кургей! Что? Пришел комендант порта. Гони в шею. Что? В шею гони. Ну уж ты сразу в шею. Я думаю, Кургей, что ты захочешь поздороваться с комендантом. Не бойся, комендант. Куда же шутит? Чего шутить? Когда не видишь Бертон, обязательно придет этот комендант. Просто надоело. Шел бы ты спать, старик. Ладно. О! А я только что с Абрагам и Рэп. Да? Там все в порядке. Шли хорошо, на рассвете Рэп уходит. Пил кофе, играл в шашки с боцманом Тони. Замечательный человек. Как поживаете, Кургей? Надеюсь, все в порядке. А? Ваше уважаемое семейство. Кури. Держи крепче своей лапкой, а то уронишь. Смотри, дорогая, на этого старика. Его знают в гавани решительном. Все величают комендантом. Комендантом? Забавно. С детства его тянуло кораблям к морю, но сделаться моряком помешала болезнь. Подучая. Всю жизнь он прослужил клерком, но самым любимым его занятием было толочься в гавани. А вот и господин капитан. Добрый вечер, господин капитан. Как поживаете? Надеюсь, все в порядке, не штормовали, здоровье в наилучшем состоянии. Добрый вечер, бесконечно уважаемые. Вечер так хорош, что хочется пройтись по эспланаде, слушая чудную музыку. Знакомься, Мэри, вот комендант порта. А вы и есть комендант порта? Мне о вас говорили. Меня все узнают. Моряки – великий народ. И наши симпатии, надеюсь, взаимны. Надо вам сказать, что я обожаю моряков. Меня тянет на палубу, как... Однако мы торопимся, потому берите-ка этот доллар и проваливайте на камбуз к Бутлеру. Там и побеседуйте. Всего наилучшего. Всего наилучшего, господин капитан. Всего наилучшего. Ох, молодчина ваш капитан. Настоящий штормовой парень. С головы до ног. Я чувствовал, что ты я. Ну, где был? Стеллу ты, надо думать, не заметил. Она стоит за нефтяной пристанью напротив завода. Не сразу. Уважаемый Питер Бутлер, как ваше уважаемое здоровье? Отменно. Хороший был рейс. Ваша многоуважаемая супруга, надеюсь, спокойно ожидает вашего возвращения. Да. Я уже был на Стелле. Там еще не садились играть, а только послали суперкарго купить карты. Да. Да. Но я, знаете, скоро ушел оттуда. Потому что там есть два человека, которые относятся ко мне. Ну да, не дружелюбно. Они сказали, что я старая назойливая ворона. И что
Извините. Ну, естественно, я расстроился. Ты не мог высказать им свою любовь к бравым морякам, к палубе, ко всему. Ну, это со мной всегда, и вы знаете. Да. Ну, такой старый морской волк, как ты, должен выпить стаканчик. А? Верно. Выпьем и забудем этих прохвостов. Ну, твое здоровье, мое здоровье. Али, хоп. Благодарю вас. Быть может, потом, после. Стало хороший пароход. Очень хороший. Ее спустили со стапеля в 1901 году. Черлей больше не служит на Ревуне. Да, я его встретил вчера в гостинице Марлея. Отдохнул, говорит, вот что говорит Марлей. Да. У меня, говорит, счеты неладные с компанией. Не выплатили полностью пенсию на премию. Да. Заходил сегодня черного быка. Справиться, как и что. Там все в порядке. Да. Рупер перенес пивную на другой угол. Потому что тот дом продан под магазин. Да. Ватсон никак не может добиться пенсии. Да. Такая беда. Да. Пьет. Разрази меня, гром, здорово пьет. Как верблюд и морской змей. Поднимется кружку. Да, говорит, в Филиппинах, говорит, бывали дела. В Ямайке, говорит, хорошо. О, пушки ядра. Хоп, хоп, а вы знали Симона Лекрея? Ну, а как? Пирата. Симон Лекрей был пират. Он как-то угощал меня после одного дела. Так вот он сказал, что Зазубрину, говорит, ни за что бы не потопили, если бы, говорит, им не помогал, сам дьявол. И тут он стал так ругаться, что все задумались. Красивый был мужчина Лекрей, прямо скажу. Я как-то говорил ему, знаете что, Лекрей, берите меня на абордаж. Гиб-гиб, ура! На жизнь и на смерть. Ну и что? Но он был чем-то занят. Он не послушался. А тогда и Зазубрина была бы цела. Я это знаю. При мне даже дьявол. Ну, конечно, комендант. Ты бы навел у них там порядок. Естественно. Это же очень естественно. Комендант, сейчас будем швартоваться на Пилигрим. Перешвартовываться будем. Помоги, ребят. А Пилигрим я знаю. Хороший пароход. В 1912 году две пробоины на рифах около Голодного мыса. Ход 12 узлов, естественно. Ну, ступайте, помоги нашим ребятам перешвартовываться. А? Ну,
Что? Нет, я лучше пойду домой. Как же? Потому что я обещал не засиживаться позже весны. Вот тебе. Давайте, ребята, швартуйте, качайте свое хорошо на пилигрим, а я пошел. А вот и здоровье, уже и пошел. Ей-богу, комендант, сейчас придут ребята, не поздно. Боцман придет. Помоги нам. Не, помоги. Ребят, я не могу, понимаете, не могу, потому что я обещал, понимаете, не задерживать. Отсюда вы куда? Здравствуйте, молодой человек. Как здоровье вашей многоуважаемой. Матушки, чтоб вы не сбились, отменно хорошо. Но не в этом дело. Зайдите, если хотите, в морской клуб. Там за буфетом работает одна девица, Пегги Скоттер. Пегги Скоттер, я знаю. Отличные девицы, клянусь, выстрелом в сердце. Я вам говорю, что знаю ее. Тогда скажите. Скажите ей, что ее дружок Вилли Брандт помер от чумы. Выню месяц тому назад. Только что пришел петушиный гребень. Был матрос с него в Эврике, где сидят наши, и сообщил. Ну кому идти? Все боятся. Как такое скажешь? Она же заревет. А вы теперь сможете. Вы человек твердый. Ой, к тому же старый, как песочные часы. Верно? Вы сумеете, что, может, неправда? Правда, Тиль. Правда. Ну вот, только сразу не надо ее мучить, понимаете, не поджимайте хвост. Верно, сразу. Отрезал их в сторону. Дело в том, Тиль, что от вас это будет как все равно шелест дерева, что ли, понимаете? Или как будто это часы протикают. Брандт помер от чумы веню. Понимаете? Так-то легче. Ну, а если я приду, это, знаете, будет неприлично. Я же для такого случая должен напиться. Да, сразу смелый мужественный. Сердце чертовой девки ставит настоящее морское копыто. Ну, в том-то и дело. Я обещаю вам Бутлер, и вам Шельк, и вам Ластон. Я это сделаю медленно. Смотрите, милейший, пришел комендант, он метит сюда. Ну-ну, стопай ножками, старый болтун, а. Здравствуйте, многоуважаемые. Цветущие, как всегда. Ой. Хороший был рейс. Ох, простите, я не опомню. Добрый вечер, я полагаю. Ваше здоровье. Скушайте, комендант. Нет, скушайте за здоровье Вильяма Брандта. Вы недавно спрашивали о нем. Он скоро приедет. Так он написал 2 недели назад. А когда он вернется, я поставлю на тот столик графин чудесного рома, обещая. И сама присяду. О, а сейчас идите, а то набегут слуги с подносами, вас так и затолкают. Да, благодарю. Когда приедет, рад. Дура же меня остановила его. Он чем-то меня встревожил. Разве не помнишь, что комендант пьяненькая? От него пахло, я слышала. А вот и я, девушка. Ну-ка, давай. Очень устала. Садись. Так, ну, все, кажется, хорошо.
Все благополучно, все здоровы. Побывал на стеле, на врагами Репс, на рекорде. Встретил капитана Гальтона. Здравствуйте, говорит мне капитан. Здорово, говорит, тис, молодчина. Вы еще можете держать парус к ветру. Выпили. Капитан приглашал меня в театр. Но при шумном обществе я стесняюсь. Капитан подарил мне доллар, бисквит. Нет, я ошибся. Бисквит подарил мне Пегги Скоттер. Умер ее жених. Ох, неприятное поручение. Но я выполнил его мужественно. Какие начались слезы, крик. Я ушел. Вы ничего не сказали, братец Пегги. Ложитесь. Захотите есть котлеты на пол. Ложитесь. Вечереет. Пора уж появиться коменданту. Плавали, морячки. Рейс был хорош, семейство живое. Ну-ну, угости стаканчиком, а? Ну, что такое? Капитан Портер. Тильс сдох, ну я за него. А? Что? Прощай, и не приходи больше. Странное дело. Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь себе новые. А я хотел вам услужить. Воры, мошенники, пройдохи, жратва, хули! Нет, нет. Подделка налицо. Тогда твоя пасть не спросит как надо о том. Мы заперты в гавани, капитан. Не понимаю. Чего этот крейсер рыщет в наших водах? Однако боязно поднимать якоря. Да. А вот с битбоем я не убоялся бы и целой эскадры. На его нет. Ой, братцы капитаны, страшно сказать. А я нагружен разными взрывчатыми пакостями. Точно я. Марианна. Впрочем, Марьяна и есть я. А я есть Марьяна. Значит, я нагружен. Ирония судьбы. Я с картечью и порохом. Ну, а вы чем же больны сейчас, чинчар? Нет, 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 нет. Я везу жестяные изделия и душу. И все. У меня обещана премия. Премия. А я знаю, чего ищет разбойник. Видели бригантину, что бросила якорь у самого выхода? Филицата? Филицата. Говорят, она нагружена золотом. Судно мне не знакомо. А кто его капитан? Какой-то молокосос, невежа. Сиди, сиди, невежа, в каюте. Может быть, и усы вырастут. Как там не верти, а мы заперты.
Я рискнул Багрозом, но отдать президента... Да, или Марианну. Вы надоели мне со своей Марианной. Пусть она взорвется. Ваш президент... Пускай утопнет. Ну, капитан, капитан. Капитаны! Не ссорьтесь. Эй, я тебя знаю. Парик сюда. На-ка, угости старичишку. Так вот я говорю, что я хочу битбоя. Я вам сейчас расскажу про него одну штучку. Ну, все вы, конечно, знаете. Беппа Маластина. А, из Зурбагана. Ну, да. Сидит он в Зурбагане и пьет, боже мой. А это что еще такое? Да, боже мой. Нечто убийственное. Чистый спирт, настоянный на каянском перце. И немножко меда. Вот, значит, сидит он и пьет, боже мой, и держит на коленях бутузку. Ходит битбой. Маластина, поднимай якоря. Мы идем полным грузом через кассет. Через кассет? Через кассет. Битбой! Битбой это лоцман. Я бы упросил его к себе. Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят. А у меня, дети, я вам сейчас расскажу про битбоя. Битбой. Битбой. Битбой! Чувашник Козлами Рикашкова где пропадал? Выбирай. Весь пьяный флот на лицо. Упаси, упаси Марианну. Битбой, проведи моего президента, если б был женат. Пустынника, битбой. Я ж тебя знаю, я сегодня богат. А почему я ромею? Я полезу на нож. Капитаны! Бросьте. Благодарю за доброе слово. Доверю в мою удачу. Я не ищу ее. Я вам не скажу сейчас ничего определенного. Есть тому одно обстоятельство. Да как мне выбирать-то среди вас? Дюка, я люблю. Люблю я Стампа. Есть у него теплый угол за пазухой. Реньор жил у меня 2 месяца, а его жена кормила меня 1/2 года, когда я сломал ногу. А ты, Чинчан, закоренелый грешник, а? Как плакал ты в церкви при встрече с одной старухой. Выпил я, капитан, и болтаю. Всех вас люблю. А какой тут может быть выбор? Даже представить этого нельзя. Жребий! Жребий! Осанистая это бригантина. Филица-то, кто ею командует? Какой-то невежа, неуч. Никто не видел его. Какой ее груз? Золото, сладчайшее золото. На нем аккуратная вахта. И никого не пускает на борт. И очень тихо на нем. Ну. Капитаны, бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек. В живом деле что-нибудь живое взглянет на вас. Как кому выйдет, с тем и пойду. Если не изменится одно обстоятельство. Надо провалить пропаду в твое обстоятельство. Ну, жребий. Он летает, баклан.
Сейчас сядет на воду. Какому кораблю ближе сядет, всем и пойду. Если... Вот, хорошо ли так, капитан? Ладно, хорошо. Идет. Ну уже, толстокрылый! Сел. Сел между президентом и Марианной. Птичка Божья берет на буксир обоих. А че ж, вместе вы бы все маты друг имели. Погодите. Баклан-то ведь плавает. А-а-а. К кому подплывет? А-а-а. Вот вопрос. Хорошо. К кому подплывет? Да. Есть. Все видели? А, видели. Все из там. Все видели. Я ухожу. Прощайте, братцы капитаны, меня ждут. Баклан глупая птица. Я клянусь вам, если б я мог, я разорвался бы вчетверо. Эстамп, мы поплывем или расстанемся, братцы, на никогда. Летние вечера. Ровное полутень их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле. Их эхо протяжно и замедленно печально. Их даль в беззвучной тоске угасания. На взгляд все еще бодро вокруг. Полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли неслышный ранее стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни? Но жаль кого-то, как затерянного в пустыне. И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих. Мне будет чем вспоминать этот наш вечер. Наш, безраздельно. Я не ложилась всю ночь. Девушка должна много спать и есть. Обули глаза я целовал. Ни один ты не целовал, скупец. И правда, левый, кажется, целовал. Значит, правый обижен. Дай-ка мне его. Сделай же нашу свадьбу, Питбой. Вот что. Ты режи меня, не перебивай. Я спрашивал, ходил везде. Нет сомнения.
Я тебе мужем быть не могу, дорогая. Ну, не плачь сразу. Ой, слушай меня, режи. Ты глупая, ты самая лучшая. Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу даже больше. Пришел ведь только проститься. Я люблю тебя на разрыв сердца. И хоть бы великанского, но убита. Убита уже, режи. Потом разве я один на свете? Мало ли хороших, честных людей, режи. Ты дурак, Битбой. Ты глупый болтунишка. Ты не знаешь меня совсем. Я тебя никому не отдам. Ни беде, ни страху. Видишь, ты расстроен, но я успокою тебя. Ну, слушай же. Тебе будет худо. Хочу, чтобы было худо и мне. Тебе будет хорошо и мне. Давай хорошо. Если ты повесишься, я тоже повешусь. Ты умница, Битбой, что молчишь и слушаешь меня. Слушай же, все будет хорошо. У нас будет верховая лошадь, Битбой. Собака умница. И кошка лежи. Ты купишь мне всю новую медную посуду для кухни. А я буду улыбаться тебе везде-везде. При врагах и при друзьях. Пусть все видят, как ты любим. Потом мы купим свой бриг. Проплывем вокруг света 33 раза. Ты не утопишь меня, Битбой, за какой-то там, не знаю, турчанки. Ты сказал, я королева ресниц. Возьми их себе. Или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас. И мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся. Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты? Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня.
капитан. Я битбой. Может быть, вы слышали обо мне? Битбой, приносящий счастье. Люди оборачиваются на этих словах. Все слышал я. Вот вам моя рука. Каким курсом тронется Фелицата? Каков план ее жизни? Скажите мне об этом честно, капитан. Ну что ж, поговорим. Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер, думаю, покажется вам странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не могли, но открылись новые неведомые желания. Мир влечет меня весь, как в гости. Я, лоцман, проделал всю морскую работу и был честным работником. Теперь я задумал свое путешествие. Мы будем обходить моря и земли, искать важных и значительных встреч. Иногда спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение, стоять в цветущих садах огромных рек, дать якорю прорасти солью чужих краев и, загрустив, снова сорваться и дать парусам ветер. Ведь так хорошо, битбой. Оставайтесь с нами, я тотчас же отдам приказ поднять якорь. Значит, есть у вас к битбою доверие? Может быть, я бессознательно ждал вас, мой друг. Так в добрый же путь, капитан. Крестом сияет
Не знаю, сколько пройдет лет, ты будешь уже большая, Асоль. Однажды утром ты увидишь в морской дали, под солнцем сверкнет алый парус. Тихо будет плыть чудесный белый корабль под алыми парусами. И когда он приблизится под звуки прекрасной музыки, весь в цветах, ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. Здравствуй, Асоль, скажет принц. Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтоб увести тебя с собой навсегда. У тебя будет все, что только ты пожелаешь. И жить с тобой мы станем так дружно и весело, что твоя душа никогда не узнает ни слез, ни печали. И ты уедешь с ним навсегда в блистательную страну, где восходит солнце, и даже звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.